Братку более 200 лет, а мы еще на ногах. И будем дальше жить вместе с ним века. У нас свои дороги, у нас свой герб национальный символ труда. Бог везде. Вот в таких у нас берцах воюют призраки, да. Будем сегодня их обувать и одевать. Да. ДКО, ну, берцы. Вот, мы... Лена привезла форму в Донецке, ребятам. Сейчас мы их будем переодевать здесь. Да, да. Это одни из лучших этих самых берцев. Гарсинг. Я думаю, название какое-то хитрое. Вот это и есть гарсинг. Смотри, где больше размер. Дело в том, что это 46. Ну, нормально. Да? А на руки-то вот так вот. Не, вот так вот сделаем. Вот я так вообще вот. Забыл уже готовить. Нормально. Мы станем друзьями. Красный, какой-то красивый вообще. Да. Вот, идет обстрел Донецка, поселка Донецкий. Вот. Нас выгнали из здания в окоп. Вообще день прошел не напрасно. Одели 48 человек, 49-го одеть не дали. Связиста загнали в окоп, связиста тоже увезли, сказали на двое суток на передовые. Уехал не обутый, не одетый. В сланцах. В сланцах поехал воевать. Так что печаль печальная. Так что миссия пока невыполнима. Надеемся, что завтра день будет успешнее.